На конкурс дети читают стихи Власова Влада, 5 лет. Автор Шаламонова. День Победы. День Победы – это праздник, это вечером салют, много флагов на параде, люди радостно поют. Ветераны с орденами, вспоминая о войне, разговаривают с нами о победной той весне. Там в Берлине в 45-м после натиска атак взвился соколом крылатым высоко советский флаг. Все кричали: «Мир! Победа! Возвращаемся домой!» Кому радость, кому беды, кто погиб, а кто живой. Никогда забыть не сможешь мы про подвиги солдат. Мир для нас всего дороже, так ребята говорят.